Всем привет, с вами Гимот, и мы продолжаем проходить игрушку Half-Life 2. И мы остановились в прошлой серии на том, что мы только-только забрались в охраняемую бывшую тюрьму. Сейчас это, как нам сказали, что-то хуже. Мы только что отбились от двух штурмовиков. Это было очень ужасно. Ну, если вы смотрели предыдущую серию, вы можете это сами оценить. Потому что... Один Гордон Фриман, это, конечно, хорошо. И давайте посмотрим, что у нас тут есть, чего у нас тут нету. Это мои прихвостни. Жуки, которыми я управляю с помощью феропода. Феромона, грубо говоря. И, по-моему, единственное место, куда мы можем пройти, это у нас вот эта стена. И сейчас мы посмотрим. Мы ее... А, то есть... Хорошо. Прихвостни. Я думал, здесь придется ставить ящики. Ну, ладно, ладно. Мы продолжим. Продолжим. И сейчас мы выключаем лишнее. Так. Есть. Прихвостни, вы где? По-моему, они мне здесь не помогут. Поэтому берем наш дробовик. Так, фонарик заканчивается. Берем наш дробовик. Какие звуки-то. Опа! Ага. Сейчас еще раз проверим. Ой, нет, я случайно. Нет? Нет, никто не идет. А жаль, а жаль. Так, нет, этот автомат вообще здесь бесполезен. Давайте посмотрим. А, ни шагу назад. Понятно, нас завалило. И мы перешли неожиданно в следующую главу, но вопрос. Или как-то так. И давайте посмотрим. Мне уже не нравится эта бочка. Нет, не эта бочка, а бочка с горючим. Положим. А, я надеюсь, что мы недалеко. Да. Я не дружу с бочками. Я ее хотел положить, но в итоге кинул. Так, кинул. Давайте мы ее... Нафиг уберем. И хорошо. Хорошо, идем дальше. Посмотрим, что у нас тут вкусненького. Этим я не пользуюсь. Наверное, это плохо. И вновь зомби, вновь. Какая-то фигня. Как тут вообще кто-то жил? Так, ну, по крайней мере, у них был кусочек неба. И, по-моему, здесь уже давным-давно происходит какая-то фигня с восстанием. Знаете что? Ура! Ура! Угадайте, где мы будем делать ачивку с унитазом. Да. Тут отрываются унитазы. Заходи, у меня есть унитаз. Он хочет отведать моего унитаза. Нет. Еще главное попасть этим унитазом. Я нашел проем. Хорошо, мне сюда надо идти. Но положим унитаз на место. Давайте посмотрим.
Могли бы пройти, скажем, вот сюда. Нет, понятно. Тогда да. И чтобы переключиться быстро с гравипушки на свое оружие, нам надо нажимать букву G. Нет, ты не считаешься врагом, которого надо убить унитазом, потому что ты не умер. Кого разместить? Что вы размещаете? Так, это фонарик. Турель. Автоматическая турель. И что мне с ней делать? Она же и в меня будет стрелять, нет? Тут турелька, ты во что стреляешь? Ты в моих жуков стреляешь. А как мне тебя сломать? А тебя вообще реально сломать? О, слушайте. Где моя гравипушка? Ура! Ура, 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 ура. Есть. Ха-ха-ха-ха. Оказывается, все было проще. Нет. Нет. Так, давайте, что у меня будет дробовик. Возьмем унитаз. И будем пытаться найти жертву унитаза. Ну, конечно, это звучит. Здесь, наверное, тайник, нет? А, сейчас посмотрим. Либо там тайник, либо... Ну да, либо просто нет выбора, куда идти. Привет, жучок! Как бы тебя пустить-то? Как бы тебя пустить? Сейчас мы жуков не боимся, они на нашей стороне. Давайте мы сделаем так, попробуем. Жаль. Значит, мы откроем им дверь с другой стороны. Так, нет, феромоны. Гравипушка. Сначала мы попытаемся открыть дверь здесь. Нет, тогда мы телевизор. Опять дяденька с чемоданчиком. Ему вообще пофигу на все. И какой он коварный. Здесь тайник. Ага, хорошо. Они отбиваются. Я вспоминаю, сколько снарядов я потратил, чтобы убить эту штуку. Турели. Еще бы как-то вот понимать. Это, наверное, первый этаж, второй, третий. Четвертый, пятый. Ладно, мне это мало что говорит. В общем, мне ожидать большую непонятную штуку. Так, то что тут у нас ничего больше нет. Так, тогда мы. Тогда я уже не уверен в наших жуках. Потому что если эта штука их переманит, то будет плохо. Тут у нас... А, тут у нас турели. Тут у нас что? Тут у нас тайник с боеприпасами, которые мне не нужны. Мне нужны другие. Здесь у нас просто комната. Мне стало интересно, а я могу
взять с собой турель, чтобы она отстреливалась. Турель. Давайте мы одну турель поставим. Так. Она же вроде во всех стреляет. Другую мы, конечно, ставим здесь. И мы начинаем играть в Tower Defense. Унитаз. Ну, это единственный унитаз, который я нашел здесь. Так, кто хочет сразиться с моей пукалкой? Нет. Нет. Нет, там что-то запищало. И я ее утопил. А, висюльки. Хорошо. Хорошо. Гаечный ключ. Придется нам оставить тут унитаз. Ну, она вполне себе боеспособна, по-моему. Так, давайте посмотрим. Мы ее, конечно, возьмем. Мне кажется, она еще пригодится. Посмотрим, что у нас здесь помимо висюльки. Помимо висюльки у нас здесь ничего и нет. Никаких рычажков, ничего такого. Привет. Хочешь турельку? Не хочет турельку. Ладно, сделаем вид, что мы попались. Ча-ча-ча-ча. Как ее штырит-то? А мне бы как-то тебя вертикальное состояние. Вот ты можешь в них пострелять? Вот. Что ж ты делаешь? Ты упала в воду и стала неисправной. Знаете что, давайте мы ее все-таки оставим здесь. Возьмем баночку, угостим ту штучку. Дробовика может не... Ой-ой-ой. А, понятно. Все, я понял. Сказал, дробовика может не хватить ее. Уйди. Понятно, тут тоже надо было убрать. Хорошо. Я думал, она мне немножечко поможет. Та-т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 а. Хорошо, мы две эти штуки уберем сюда. Закроем дверь. На всякий случай. И пойдем дальше. Идем, 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 идем. Да, давайте по возможности стрелять. Так, другим оружием. Крабы? Какого? То есть меня теперь будут заплевывать этими хедкрабами.
Замечательно. А жуки, жуков пока нету. Снарядов у меня тоже. Немного. Пи-пи-пи-пи-пи. Так. Давайте посмотрим. Надо что-то как-то... Не-не-не-не-не-не-не. Вряд ли. Мне надо, наверное, вниз, потому что... Потому что там я не смогу открыть дверь. И... Посмотреть, эти уже штуки сломаны. Хорошо. Нет, вы не... Аккуратненько. Что у нас тут? Тут опять какие-то страсти мордасти. Тут тоже ничего нету. Тоже ничего нет. Хорошо, идем дальше. Может быть, здесь мы можем их звать? Нет, не зовутся. Под таким углом ты не можешь меня стрелять так. Возьмем бочку и... И просто собьем их. Так, чтобы... Так, давайте посмотрим. Снарядов-то все меньше и меньше. Так, там есть что-то? Там нет ничего. Тут у нас тоже ничего нет. Итак, там тайник прям по курсу здесь. Я пытался пройти, нам надо туда дальше. Давайте мы зайдем в тайник. Угу. Куча плюшек. И мы нашли 24-й тайник из 45. Так. Давайте сохранимся на всякий случай, чтобы нам... не проходить всю эту штуку по несколько раз. О, привет. Привет. Ай, да. На них лучше, конечно, снаряды не тратить. Я должен сходить здесь с пистолетиком. Что меня там ожидает? Давайте посмотрим. Раз. Подозрительный, темный, пустой. Ого! По-моему, вот здесь меня будет ожидать битва с боссом. Мне неуютно, когда я буду переключаться с пушки на пистолет. Я туда прыгаю и все. Понятно. Да нет, давайте мы. Здесь не за. Понятно. Не запрыгнуть. 16 снарядов. Ну что?
И на нас идет вот эта хрень. На. Не, ну в принципе да, она делает разгон и его можно. О, а вот здесь она уже не делает разгон. Здравствуйте. Чё? Тут была бочка. Так, я не знаю, как тебя добыть. Чёрт. А, может быть, вот так? Как тебя добывать? О, привет! Привет, армия прихвостней. Честно говоря, вот то ли вот так. Может быть, взорвать? Все равно гранатами не пользуюсь. Нет. По-моему, она не разбирается. Прихвостни. А, о, пришел. Один. Хорошо. Ронный хил. Ко мне. Их сколько у вас? Пока один. Ну, уже. Уже хоть что-то. Знаете что? Здесь очень много унитазов. Да, меня ждет что-то очень страшное, ужасно. Давайте. А, то есть это один из вариантов. Я мог уйти сюда, дабы штука бы меня не доставала. И прийти сюда. Я не доверяю этим бочкам. Ладно, ну раз мы ее победили так, здесь была душевая, здесь подзываем. Так, нам по-моему туда. И кого я здесь должен был убить унитазом? Вот эту большую штуку. Ну здесь очень много унитазов. Ну прям. Ачивка на ачивке. Так. Это я еще могу руками двигать. Мне одной двери будет достаточно. Да. Как? Прям дверь яростно. Ой. А, ты свой. Хорошо. Не пугай меня так. Есть. Шикарно. Мы набираем армию прихвостней. Опа. Ой. Надо было быть внимательнее. Прихвостни в атаку. А, была какая-то игрушка, я не помню, как она называется. Но там надо было играть за злодея. Привет. И мы сейчас занимаемся чем-то таким же.
Точнее, там он тоже управлял прихвостнями. Ой, так, ты что делаешь? Ты что-то в меня стреляешь. Ой, смех смехом-то, меня почти уложили. О, аптечка. Я боюсь узнать, а сколько у меня врагов? А, там турель, там понятно. То есть, по сути, нам надо... Вот так, есть, моя армия прихвостней. Теперь может поспокойнее ходить. Ура, ура, ура. Так, давайте посмотрим, что у нас наверху. А может быть, я все-таки научусь пользоваться... А, лестницей. Там опять какая-то штука стоит. По-моему, на Е от лестницы цепляться. Может быть, я ошибаюсь. Мне не нравится. Убить их. Давай, погнали. У меня всего 35. А, заходи с другой стороны. О, как его штырит. Эй! Ты еще жив? Нет? Так. Один единственный рубильник. Я думал, это аптечка, это бутылки. Давайте посмотрим повнимательнее. Может быть, мы его как-то можем. Нет. А здесь тоже никого. Никого. Прихвостни. Прихвостни — это удобно, но... Знаете что? Я пожертвую парочкой. Не-не-не, ты давай сам иди. Жук. И я взорвался на гранате. Я молодец. Знаете что, я здесь... Я попробую выполнить ачивмент. Подождите. Там выходит дяденька, и мы его попробуем. Дяденька. Есть! Все, достижение выполнено. Туда, пожалуйста. Туда, пожалуйста. Ага. Ну, разберетесь с ним. Ура! Сделали ачивмент. Крышка. Так, сейчас мы... Давайте мы нажмем. Да. Жуки нашли свою цель. Жуки, вы
А вы кого пошли убивать? Итак, идут турели. Ну, как раз вот туда они побежали, там стоят турели. Ага, мы закроем дверь. Мы закроем дверь, мы закроем дверь. Так. Чем нам лучше пользоваться? На дробовик у нас оружие под снаряды не падает. На это дело у нас много снарядов. Тайник, тайник, тайник. Как тебя открыть? Так, тайник, тайник. Хорошо. А он открывается аккуратненько монтировочкой. Очень хорошо спрятанный. А вот это что? Так куда мне это засунуть? А, ладно, хорошо. А как мне... Точнее, что мне делать дальше? Нет, 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 вот это. Уже мне надо теперь вернуться обратно, но сначала мы да, гранату. Я открыл штуку, мы сейчас вернем. Так, мы телевизор посмотрели полностью, то есть нас ожидает... Тут пусто, тут пусто, тут две турели и... А, и защитник, хорошо. Тогда идем турелю. Турели или гранаты, или давайте возьмем бочку. На-на-на-на-на. Похоже, там лучше гранаты. Судя по звукам, да, она упала. Ей! Ой-ой-ой, да, я вижу. Мне надо пробраться вон в ту дырочку. Так, извините, жуки, я вас не пускаю на верную смерть. Да мы возьмем монтировку. Пустите, пустите, пустите. Пустите. Ой-ой-ой. Нет. В общем, да, этот вентилятор надо было сломать, заклинив его, но у меня это получилось само собой, поэтому... Ура! Есть. Давайте мы поможем нашим жукам. Так, жуки. Ко мне, ко мне. Ко мне, мои прихвостни. Два пока. Ну, я думаю, сейчас еще придут. Четыре нужно. О, все, есть. Все четыре со мной. Давайте мы... Интересно у нас вторжение. Так, здесь мы...
Здесь мы сделаем паузу. Большое-большое спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии.